Привет, брателла. Вот у нас сделаем русский обзор, да? Ку-ку. Ага. КЗ-ный мотор, интеркулер. 96-й год. В общем, жир машина. Есть у нее люк. ТИЗИ комплектация. Рейлинги, спойлера. А литье, правда, не родное. Пороги у них всегда почти идут. Это не европейская бедная модель. Вот такие вот бампера. То есть, как бы якобы прадовские, да? Прадо. А, вот у него, кстати, сонарчики есть, да? Резину поставили жир. Little bit bigger. Чуть-чуть больше поставили. Original 70. We put 75. 16. Вот хром на зеркалах, да? Вот это вот зеркало, покрашенное в цвет, не черное, кстати. А что еще? Ручки хром. В общем, красавец и не причесывается, да? Спойлерок. И даже вот это кром. Кром. И даже вот это кром, да? Кто там пищит? Это, я не знаю, родная, нет, кто подскажет, что это кром. Тизи. Давай запустим. Вот такой спойлерок. Тонировка такая. Якобы хочу быть Prado, да? Land Cruiser Prado. Это наш веб-сайт, please. Заходите сюда. Это уже не Seattle Shoreline. We moved from, а, вот это сейчас, from Seattle into Shoreline. Так, вот так, open, close. Так, поехали. Чем отличается TZ TX? TZ самое у него вот это жир, древесина, дерево, да? Это колеса. Вот тут тоже этот, как она называется-то? Ну, в общем, велюр богатый, да. А, это у нас классный ход. Запустим. Руль сейчас повернем. Старт. Все отлично. Так, повернем. Свет включим. Автосвета, кстати, нет. Ну, это уже надо по заказу, кому надо, кому не надо. Вот, вот эта штука, я не сфотографировал. Это же Air Cleaner. Такая редкая комплектация. Toyota Air Purifier. Purifier. Свет и очиститель там, как он там работает, не знаю. Так, под эти подлокотники, подголовники, печка. Тут вот так вот. Еще тут собачатник сидеть. Ух ты, что-то не хочет. Вот такие пирожки. Такой вот жир, да? Красавчик. Антенна. Прикрутить болтается. Такой лючок, лючана повороте. Покажем мотор. А, это сонар. Folding mirrors, electric. Все работает, все пучком. У нас на короне даже есть этот ультрасониковый, как они там называются, очиститель зеркал, ультрасоник. Так, турбодизель, один КЗ, все, ну, сами знаете, да? Рассказывать. Хотя нет, откуда знаете, да? Двойные dual battery, двойная батарея. New timing belt. Выглядит бодрячком после 25 лет, да? 25 years old. Toyota Land Cruiser Prado Turbo Diesel Full Time All Wheel Drive. Так, заглянем в багажник. У него сонары, кстати, интересно сделано, только слева он сделан. Parking sensor. Не знаю, заводского нет. Штурочка. Curtains. Не хватает. Снял он, походу. Тут у нас заливайка, да? Вашер флюид. У нас бардачок. New oil filter, everything. Да, какие вот там кратик. Вот.
еще показать-то? Ух ты, здесь этого не хватает. Стекляшка упала куда-то. Ну ладно, ничего страшного, закажем. Так, закрываем. Ну, что показать-то? Даже не знаю. Красавчик. Газончик пару раз надо. Едет шикарно. Турбинка свистит. Так, вот эта штука мне нравится. Молодец, один подписчик подсказал. I will show you one secret. This is boom. This is kind of secret for Prado, maybe. Nobody knows. Not all people knows about this secret. Now it's not secret anymore. Вот такой хороший, мне нравится бардачок, потому что на ATX и TX this was not available. It's very, как там, удобно, короче, как по-английски-то. It's very comfortable. TZ trim level compare TX. Так, что еще? О, с Японии опять звонят. Что-то все звонят и звонят. Температура у нас сегодня 30 градусов до сих пор. Жарище. Ладно, закругляемся. Так, кстати, мы машину продали. Вот я вам видео. Решил быстренько под шумок. Вон с той пожарочкой, вон, которая стоит. Эль, fire truck. Лево стоит в сторонке. Так, круг почета. У нас 18 продосиков в продаже. We have in stock 16 Prado, Land Cruiser Prado. In Shoreline, Washington States. Ну что, все, да? Братцы. Инстаграм, да? Окей, see you later, Дени Бразерс. Всем здоровья. Пока. Виталий. Привет. Привет. Махорин, Сергей, да, кто там еще? Давайте сделаем список, буду вас по перекличке делать. Вы можете сказать тоже. Пишите, кто откуда. Кто Камчатка, кто Москва, Сибирь, там, Магадан, Башкирия, Ленинград, Выборг. Кто смотрит нас? Якутия, Башкирия, Татария.